Друзья, всем привет! Сегодня у меня будет обзор покупок Faberlic. Очень-очень давно я не снимала такие видео, потому что они вводили новые правила, там был кэшбэк, но наконец-то вернулись скидки. Вот. А так как я давно не делала заказы, моя учетная запись, скажем так, она аннулировалась. Мне пришлось по новой регистрироваться, и вот наконец-то я решила сделать заказ. В общем, снимаю в таком формате, потому что у меня, к сожалению, воспалился глаз и не совсем презентабельный вид для съемки видео, поэтому решила все-таки поделиться покупками в таком формате. Давайте начнем, наверное, с косметических, с уходовых, а потом плавно перейдем к покупкам для дома. Повторила я вот такой вот крем, мне очень нравится, серия про ноги, крем-масло для ног, питание, восстановление. Он отлично питает, он такой жирненький, питательный, ножки, пятки нежненькие становятся. В общем, второй раз, у него приятный аромат. А, он тут закрыто, я тяну и думаю, почему не открывается. Вот, поэтому я решила его повторить. Первый у меня уже закончился. И, кстати, эта серия довольно бюджетная. Поэтому вот он такой. Такая у него консистенция. Несу на руку, рука не отвалится, я думаю. И очень приятно пахнет, да. Вот. Густой такой, жирненький. Отличный крем. Поэтому взяла. Следующая покупка для меня — это новинка. Это мицеллярная вода вот такая. pH 5.0. Я ее ни разу еще не пробовала, не брала. Код 1244, вернее, артикул 1244. Я ей еще также ни разу не воспользовалась. Аромат у нее нейтральный такой, для снятия макияжа. Не знаю, обязательно с вами попробуем где-то, может, во влогах вместе с вами снимем макияж. Я расскажу о своих ощущениях, потому что на данный момент я не крашусь из-за своего глаза. Поэтому ее даже и не попробовала. А артикул крема, кстати, 21.57. Следующая покупка — это два геля для душа. Это такие новогодние гели. С новогодней коллекции, я так понимаю. Вот этот гель для душа. Сладкое чудо. Артикул 2492, он пахнет какими-то печеньками. Очень сладенький, такой вкусненький. Этот гель для душа, артикул 2490, он такой больше освежающий. Сон в зимнюю ночь. Чем-то таким свежим пахнет. Я даже не могу понять, чем. Но очень-очень приятные оба геля. Будем с удовольствием пользоваться. Возможно, даже на подарки. Такая красивая упаковка. В дополнение к основному подарку, я думаю, будет просто замечательно. Также я взяла три вот таких вот мыла. Фигурное туалетное мыло «Символ года». Артикул 2493. Я взяла три. Одно открыла, чтобы вам показать. Запах, конечно, у него сразу такой приятный, а потом... пошуршу. А потом какой-то такой дешевого мыла. Что-то мне как-то не очень. Но изначально очень приятно. Вот такая вот мышка. Так оно выглядит. Вот сначала он пахнет жвачкой. Очень приятно. Но если долго нюхать, то тогда каким-то дешевым мылом. Но в целом, я думаю, что нормальное. Такой символ года тоже положить в подарочек куда-то. Дополнение к основному подарку. Хорошая идея. Я взяла себе три. Эти пойдут на подарки, а это будет нам. Я думаю, моему сыночку понравится. Повторная моя покупка. Беру уже не в первый раз. Вот такой вот гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера. Артикул 1644. Приятный аромат, нейтральный. Хорошее средство, никакого раздражения не вызывает. Использую для ребенка. Уже, наверное, пятый раз беру, если не больше. Хорошее средство, нам очень нравится, поэтому его и взяла. И последнее косметическое — это вот такая вот помадка Faberlic. Артикул 44050. Это матовая помада Первая леди. Здесь есть
зеркало. Вы нажимаете, и она вот так вот достается. Она очень приятная, очень красивая. Я, конечно, как-нибудь вам покажу ее на губах, но вот такой вот у нее оттеночек. Мне она очень понравилась. Вот. Что-то фокус куда-то прыгает. Так она выглядит. Губы не сушит, я ее пробовала. Очень такой какой-то ягодный у нее аромат приятный. И вот так интересно она открывается и закрывается. Вот нажимаете, она выскакивает. И затем... Так. 44.050. Понравилась мне эта помадка. И обязательно как-нибудь покажу вам, как она смотрится на губах. Далее. Перейдем с вами, наверное, такие продуктовые две покупочки. Если можно так назвать. Я взяла попробовать вот такой вот протеиновый коктейль со вкусом банана. Если мне не понравится, то муж у меня любит эти коктейли протеиновые. Артикул 15.387. Значит, вот тут ценность на одну порцию. Белки, жиры, углеводы. Разводите либо с водой, либо с молоком. Вот состав его. Такой вот коктейль. Взяла попробовать. И взяла вот такой фито-чай. Травяной сбор. Здесь чабрец, березовые почки, зверобой и ромашка. Сейчас сезон простуд. И не лишним будет какой-нибудь травяной чай попить. У меня есть и листья смородины черные засушенные, и малина лесная. Ну вот, вдобавок я взяла еще. Вдобавок взяла вот такой вот чай. Здесь, кстати, иван-чай даже есть у меня. Он есть заготовленный мной. Ну, взяла попробовать. Так, артикул. Артикул 15.630. Вот. И дальше переходим с вами к покупкам для дома. Начнем, наверное, с моего любимчика. То, что я беру Фаберлики всегда, когда заканчивается, вот у меня уже запасы мои подходят к концу, и я купила по новой средство для ванной комнаты. Оно идеально удаляет известковый налет, идеально чистит раковину, ванную. Идеально краны можно им протереть, если у вас где-то такой известковый налет. С известковым налетом он борется на ура. Я его люблю и обожаю, и покупаю, наверное, уже на протяжении до всего срока, что я зарегистрирована в Фаберлик лет 5. Артикул 11.220. Вот такое средство взяла. Дальше взяла новиночку. Это средство для мытья посуды с древесным углем. Здесь у меня половинка, потому что я уже его развела. Артикул 11.731. И пользуюсь. Отмывает, в принципе, не хуже любого другого средства от Фаберлик. Единственное, что как-то для меня аромат немножко не такой приятный, как, допустим, я беру с лимоном, либо лимонграссом. Вот такой для меня вот именно по аромату он как-то не очень, но в целом терпимо. Поэтому если не пробовали, то можете попробовать. И напишите, кто пробовал, как вам вообще нравится или не нравится. Далее повторно. Следующая повторная покупка — это концентрированное средство универсальное для полов и стен. Я его всегда беру. Артикул у нас 11.217. Мою им полы, добавляю. У меня здесь Саша периодически влезает, поэтому прошу прощения. Значит, использую его для полов, либо когда что-то отмываю, добавляю его. Мне очень нравится, хватает надолго. Следующее, мои два любимчика. Во-первых, это вот такие влажные салфетки для удаления пятен. Это если вы посадили пятно и нужно экстренно от него избавиться, незаменимый помощник. Мне очень нравится. Уже, наверное, моя третья упаковка. Единственное, если бы здесь был клапан, чтобы они не высыхали, было бы вообще просто замечательно. Артикул у нас 11552, по-моему, если я не ошибаюсь.
Да, 11552. Что-то сегодня с фокусом. И второе, это вот такой вот карандаш, универсальный пятновыводитель. Тоже отличный карандаш, хорошо справляется с заявленными задачами, хорошо убирает пятна, артикул 11152. В общем, очень мне нравится, это мои любимочки. Новинка же для меня, это вот такой вот кислородный пятновыводитель, жидкий. Я не пробовала его еще, не пользовалась им, но решила взять в надежде на то, что он не хуже, чем вот эти мои любимчики. Артикул 11162, попробую его, потому что вы знаете, те, кто смотрит мой канал давно, знают, что я еще в поиске своего идеального пятновыводителя, либо отбеливателя. И вот решила попробовать этот. И взяла... по распродаже, по акции тоже такие два отбеливателя. Это один тоже отбеливатель, просто два сашета кислородные. Его тоже многие хвалят, он продается в большой банке, но я на пробу себе взяла вот такую небольшой 40 грамм, артикул 11649, попробовать, чтобы не было потом мучительно больно, если вдруг мне не понравится. Посмотрим, как он работает, не обязательно с вами поделюсь своим мнением. И далее, вот такой нейтрализатор запахов, приятный аромат, это хороший такой освежитель воздуха на водной основе, 11287 артикул, приятно пахнет, в принципе, со своей задачей справляется, мне понравился. Это были все мои покупки в Фаберлике. Пишите, что из этого пробовали вы, нравится вам или нет. И вообще зарегистрированы ли вы в Фаберлик? Если нет, то я внизу оставлю ссылочку, регистрируйтесь. Регистрация абсолютно бесплатная. Закажите, когда захотите, никаких обязаловок нет. Вот, поэтому, кому что-то интересно попробовать, то регистрируйтесь, переходите по ссылке. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Поддержите меня лайком. Мне очень приятно. И всем до новых встреч. Пока-пока.